Мотивацию! Панда! Чё за тяги? Кефтыми. Так, 21 видос, который мы не загрузили, мы сейчас будем загружать. Где он? Помните, который в долгу остался? Вот. Открываю. Равшан, привет. А, у этого, у Керима нормальный интернет. Равшан, привет. Вот машинка на обзор. Honda Accord. 8-е поколение, 2008 год. Вот сидим, я сижу, друг мой сидит, вот еще третий с цветами куда-то собрался. Как бы сидим. Так. Что можно рассказать? Родной хондовский VTEC. Вебку меньше. 2,4 литра, 201 лошадиная сила. Ой, что-то град. В горле пересохло. Надо что-то попить. Ой. Ух, пошла саранча. Ой. Ну, что можно показать тут? Вот подставка под телефон. Кулончик. Довода. Брат, зачем тебе кулончик Honda в машине? Подогревы, шмодогревы. Кент с цветами. Кент без цветов. Ну вот сейчас я тебе покажу. Так, а ну. Ремень свистит, братан. Вот такой вот аппарат. Да, делай, нельзя. Отклонили, слышишь, предложение? Вот такой. В белом перламутровом цвете. Хороший, хороший аппарат, хороший. Ручки просто хроми. Если ставить белые, они тут так не смотрятся. Вот такой вот. Хороший. Аппаратик. А газ, дай газу. А если честно, Type-R очень красивая машина. Ну, вот этот Honda. Вот этот кузов очень красивая машина. Со всех сторон сейчас покажу тебе. Реально, для... Всем, кто с Красноярска, привет. Все это место, кто здесь живет, знает. Кто не живет и был, тоже знает. А что за место? Вот такой вот зверь. Сейчас еще будут под музыку красивый подсъем. А ну? Удачи тебе, хорошего стрима. Спасибо большое. Рады нас контентом. Спасибо. Все, поднял. Давай, блин. А ну. Вау. Блин, честно, Accord вот до сих пор 24-й год на году. На ходу, который. До сих пор Accord очень сильная машина. Брат, ну что я могу сказать? Показал машину, сделал обзор, даже пролетки сделал. Даже, думаю, 4 можно поставить. Нет, такое, понял. Сегодня настроение хорошее. Ой, я не могу. Слышь, Алуф, можешь ставить оценку вместо меня? Ты тут? Доступа нету этого чарима здесь. Поставь 4 21, брат. Как поставить, поставил ты или нет? Ну, 4, ну, поставлю. Какой ауф. Опа. Никто не ожидал, что здесь появится эта машина. Короче, обзор на мою машину. Hyundai Accent 2008 года. Хочу сказать, просто показать фотографии для начала, что тут вообще сделано, как надо пробежаться. Это диски, 16-е, полностью LED-фонари, саб-система, выхлоп, ресивер, прошивка. На самом деле еще много очень чего, просто это надо рассказывать и долго показывать. Вот примерные фотографии, как выглядит, сейчас будет нарезка. Да, стрелочка даже, ну, даже бык, ну, даже стрелочка в шоке. Вау, на его подсветку. I won't see your heart, танцуй белым со мной, летаешь, алю. Здесь впереди нас бар, но шире бедрэш да пар. Это легендарный какой-то обзор, если честно. Крикни, я не знаю, кто это, сзади женский голос. Ну вот еще внутри покажу. На его салон пахлава. Это сделано, строчку. Руль тоже. В городе. В принципе, ну вот так вот выглядит. Ну сзади то же самое. Сабусер. Что? Вот он. Короче, у меня искренняя злость появилась к людям, у которых сап на весь багажник. Ну, я вас не признаю.
Я не считаю вас людьми. Все, у меня вот... Багажник. 15-й. Ну и вся система там, в принципе. Я вообще вас не понимаю. Я, короче, все, не признаю людей с АБом на багажнике. Турбина? Почему? Ну, не знаю, так это смотрится как-то, я не знаю, ну, как-то... Я просто я этого, может, не понимаю. Это как-то так... Как будто... Я это насмотрелся в своей молодости. Типа, когда мне было 18, там, 19, 17 лет. Это 2011-2012 года. Я тогда думал, типа, это классно. Но не думал, что в 24-м году так же люди ездят с огромным просто буфером. Какой стиль? Янки-чан, панша, дирикаре. Что? Янки-чан, панша, дирикаре. Умите, хоки, чакаре. Это вообще легенда какая-то. Ассен де жуваре, ай сурере. Пушат, рапшат. Най, танджи бумен. Давай поставим тройку. Чисто трек вытянул. За трек чисто, троечку. Хороший алуф делаешь. Так, поехали. Следующий обзор. 92! Братва Алихинд! Поехали. Салам алейкум. Класс. Как он сказал, салам алейкум? Салам алейкум. Это турок. Смотрите, это Chevrolet Aveo 2013 года. 100 тысяч... Не, ну банки бодрые. Не, честно слово, банки бодрые. Реально. Вот. Что-что, но банки бодрые. Пробег один хозяин. В нем установлен газ. Видите, вот эти, здесь леды стоят. Газ. Бляди будут. Видишь, здесь смотри, на чем держим, на хомутах. Бляди, можешь пиздеть. Это на удачу. Это, брат, вытри потом говно. Это куриное, вот это птичье говно. Оно, если долго на машине лежит, разъедает, реально. Без шуток. Краску убивает. Не, лак сюда, убивает. Да, вот что это? А Монако, что это? Я же сказал, он турок. Это хуйня, заходи. Вот это что? Хуй, на это ровабу. Тан Ахасха, наш турок. Ты, Шевроле. Блять, турок. Карбон. Хуйня. Похуй. Охуительно. На автомате. Так. Едет, обнуляет. Ух ты, машина едет. На его спидометр? Это что такое? Охуй. Вышат! Навшат! Закинула еще раз. Не попала в таблицу. Брат. Дальше. Извините, по... Ну... Саня, ну что, не пропал? Я так и знал. Вот я клянусь вам, я так и знал. Я знал. Я такой еще думаю. Вот я им сейчас напоминаю каждый день. Каждый день напоминаю. Они меня в хер не ставят. Ну, на пофиг относится. Когда будет стрим, и они увидят, что вот я, что у других вот такие обзоры, побегу сразу же делать. Я так и знал, отвечаю. Вот вам нельзя было сразу, изначально. Не поправляет. Не поправляет. Вот это хуйня. Бля, буду. Это не я сделал, это Дяхан сделал. Не я. Это не моя машина. Номера, не смотри, да. Номера, патроник, видишь, патроник, как бы патроник, а с камерой задним видно. Я такой, петровики, черный. Тюк, камана, фу, бля. Диски, смотри, это 15? Да. Бля, ага. Че еще? Салон. В принципе, ухоженный кул. Это что, заклеено скотчем, чтобы не царапать, или че? Ух, бля. Да? Осуждаем кул-колу. Сигара, нахуй. Минус рэп, брат. Все. Хорошая машина едет, хорошая. Минус... Экономичная, пиздец. Парень красивый, мне шопа нравится. Ну что еще можно сказать? Антенна ловит, ловит. Мы сейчас с этим салоном маском держим, короче, охуенно. Че, пулю видели? Фу, карбон почти. Я буду сам че сделаю, понял? Вот, че еще можно сказать? Это, кстати, какой-то машина, спойлер. Машина хорошая, стоит 700. Это спойлер какой-то популярный, он, походу, на Озоне, да, продается? 50 тысяч. 750 тысяч стоил. Но она своих денег стоит. Не, ну дежурка, газ, дежурка. Ставили сюда за 70 тысяч. Ну, удивите, да, чуть-чуть? Chevrolet, еще раз показываю. И все, бабки стоит сколько? 15 стоит бабки? Нет. Похуй, 10. Все, уже не попадает. Надо вот здесь краска чуть-чуть пошла, ничего страшного. Хорошая машина, брат, честно. Все уже, включай, все. Хорошая машина, брат.
За обзор тебе 3 поставлю. 3. За то, что постарался. Молодец. Ну и за то, что наш ты, турок. Своим оценку нормальную ставим. Вот. Поблажку. Ау, все, вот. Пусть не стучит, ветер утихнет. На его ТикТок. Владать, это мой стиль. Ронин обещал, значит выполнит. Сердце не болит, скоро выгорит. Пусть не стучит, ветер утихнет. Завладать, это мой стиль. Вот и все. Почему колхоз знаешь? Что не так? И все что ли? Вот так будет? Один. Красивая машина, но условия конкурса. Во? Легкий обзор. Мои диги-диги-диги, ша-ла-ла. Как он идет? Просто аккуратный обзор. Все, хватит. Хороший, брат. Просто, ну, все, понял. Без лишних слов. Просто, ну, хватит. Ну, короче, не, тачка классная. Ну, какую пятерку? Ну, 2, братан. 2. 2 луф. Опа, вот это, походу, интересно. Наконец-то достойная машина. 31-й, это Пермь? Или нет, или... Вау, на его цвет! Белгород, по-любому турок тоже. Ай, вот трек. Не мешай остаться одной моей беде. На его... Уоу! Брат, это что за переходы нереальные? Остаться одной моей беде. Оп! Ты понял, что он сделал? Рэпшон? Рэпшон? Ушел. Сейчас. Оп! Сиденье, сиденье хорошее. Хорошо, ладно. Следующее, у тебя их тут несколько. Марья. Это тройка или шестерка, не пойму. Марья. Откуда у него салон тогда такой? На его отстрел. На его состояние машины. Молодец. Не, ну за такой раритет, что оно у тебя в таком состоянии, я поставлю тебе 3. Потому что без обзора, без какого-либо. Молодец, на самом деле. Если 4 поставить, просто некрасиво к остальным будет участникам, понял? Так? Раш, блядь. Ау, что-то мне уже нравится это. Специально для тебя нахуй сюда приехал, ебаный рот. Короче, спасибо, брат, спасибо. 7-й год, 16-клапанная, переварил, двери еще не менял, так. Двигатель перебирали, так. Новые стойки, новый так. Выхлоп, ага. Блядь, перебрал салон, так. Поставил музыку, угу. Еще не красил, так. Ну, соответственно, двери не менял, блядь. Понял. Стоит шестнарь, так. Европанель, ага. Стояли торусы раньше, ну хуй ну. С этими торусами, блядь. Все правильно. Показываем салон. Вот, в армию буду уходить, отдам на покраску. А так пока что все вот так. Надо еще панель скидывать, заниматься ей. Все? Раш, блядь. Все, понял, брат. Спасибо большое, брат. Классная машина. А что F? Ну что вы такие вещи пишете? Какой F? Брат, хорошая машина. Ну. Не знаю, что поставить. Ну, типа за обзорчик 3.
Посмотрим, посмотрим донатные потом. А какая у тебя редкая машина, знаешь? Вот эта машина мне нравится, реально. Passat CC, 14 год, 1.8 Ti, DSG 7. Хорошая. Хорошая машина. Ну, коротко очень, брат. Ты сделал обзорчик, ну, очень короткий. Чего вы так боитесь разговаривать? Такая машина, расскажи про нее. Два. О! Равшан! Что? Обзор на чудо корейского автопрома. Так? Один на зеленый сделал. Пошел, дал, приезжал. Да. Вот такой у нас автолюбительский обзор. Да, хотя бы расскажи. Хороший. Шнить. Это что такое, ли? Да, хороший. Хороший один. Откуда у него такой салон? Это Крета? Вот он. Подожди. Это не Крета, не может быть. А, Крета, прикинь. Крета эволюционировала в человека почти. Ой, вот она еще одна ласточка. Я того родственник. Вах, на ее выход. Давай, на зеленый. Все, пока-пока. Брат, брат, обзор супер бомба, брат. Ну, реально, вот гипер, ну, космический обзор был. Брат, ну что я могу поставить? Два? Но плюс один за АКУ. Три. Сосешь, ну сосешь. Удалили пацана. Потеряли пацана. Он больше не напишет. Он больше не прибежит. Себастьяна потеряли. Сэм, это не я. Это кто-то за меня. Обещание. Минута 28. Наконец-то обзор. Сколько она весит? Обзор на аппарат, на котором я передвигающий. Умоляю, загрузись. Почему у поезда морда, как будто он живой? Сып на локомотив обзор сделал, прикинь. Шо, обзор на аппарат, на котором я передвигающий. Вау. Это что сверху было? Анонимус? ТМ-2У. Тепловоз маневровый. Какой? ТМ-2 тепловоз маневровый. 6,7. 6,7? Каждый из них с индивидуальным приводом. Семиприводный? Здесь радиатор охлаждения. На это охлаждение отдельная комната. Стоит обычный рядный дизель. На его обзор по-братски. Это что? Это что, столько моторов у тебя? Тысяча 200 лошадиных сил. Замечательно. Арман, здорово, брат. Холодный запуск. Это легендарный обзор, клянусь. Холодный запуск. Так. Ну? А
потом, жалко не до конца, очень. Это даже, ну, у этого видоса даже есть какая-то вишенка на торте. Мне, в смысле, интересно, как видос Тамаева, что, ну, как продолжение есть запуска. Я ставлю, это 5, железная. Это 5, брат. Удалил видос. Зачем? Это видос, это 5, железная 5 нашему брату на поезде. Не, ты молодец, реально. Легенда какая-то. Так. Снимай обзор на свой шаху. Быстрый такой. Ну-ка. Недолгий. 2 минуты. Быстрый. Вау. Не буду. Пахан ругается. Моя шаха. Вот такая аккуратненькая. Это печку делал. Печку делал. Краник. Ну, короче. Как обычно, печка, как обычно. Ага. Так, я не понял, у кого есть радиатор печки, желательно медный. Киньте по-братски, да, номер свой. Буду благодарен. Сам с Крыма. Федуся. Салам, брат. 87-й год. 1,3 карп. Что интересного у меня есть? Ну, короче, так, почему я занимаюсь так. Со стипендией собираю бабки. Иди, блядь. Санант скейм, блядь. Сделал все. Автозвук у меня маленький такой. Вот пацан молодец. Чисто понял, студент, пацан, взял 6 и тихо-тихо собирать свои руки. Пионеры, миллионеры, все дела. Ну, такая хорошая жучка, это похоже, возит сырой материал. Не смотри, там грязно. Блять. Такая аккуратненькая. Ну, потихоньку вот делаю ее сейчас. Ну, хороший цвет, знаешь. Ау, на эту пролетку делаешь, проделах. Холодный запуск нужен обязательно. Оп. Оп! Это так. Рабочая машина. Ну все. Вашан! Рапшан! По машине проблем нету. Кому надо, продаю 8 тысяч. Да, Мутели, подождите. Большое спасибо. За твой конкурс. Значит. Салам алейкум, Рапшан. Ну, давай поставим. Даже не знаю. Зыги, привет, брат. А чем поставить? За старание чисто. 4 типа влепить ему. Ну тоже сейчас всем за старание будешь ставить. Ну все, все, ну как. Но я поставил 3, знаешь. 3 поставил бы. Так, Батуся, 102 видос. Опа, 2010 год, 80к пробег, родной окрас, ни Б, ни К, гнили, нет. Первая машина. В этой машине, Арман, в этой машине только Арама Астряна, слушай, брат. Как он кинул обзор Сэма на его машину? Да вот она, брат, вот, Нива-чан. Не, его Нива классная, реально, я тоже на ней говорю. Шумленная, охуеть, ебать, тут комфортно, охуеть. Нихуя себе тут роль. Бля, ебанутая машина. На его прибор. Ренатку суета, подпишись. Да нихуя. Но я давно не ебался. Значит, это что значит? Помыться. Я знаю. Так. Не, так нечестно. У тебя читерская машина, брат. Это во-первых. Потому что ты ее собирал давно. Надо было участвовать в конкурсе, братан. Я не буду смотреть, братан. Мы смотрим пацанов, которые закинули раньше. Но, честно, классная машина. Нельзя. Да. Чего ты пришел ко мне на конкурс? Жучка покрутишь? -1к. Да не, он... Ну, нечестно, ну... Ау, что ты крутил? Жучка непонятного, что-то я никогда не видел. Дристер. Не, машина хорошая, братан, ничего не скажешь, целка. 1 ставь, Алуф. Мы тебя пропустили для чего? Чтоб ты напукал мне? Не нас... На... Вашан? Рапшан? Не нас... На обзоре каток. К сожалению, пока он не заводится. В комплектацию не вошла сидушка. Вашан! Равшан! Равждар, не успел. Подсними. 4 GZ Turbo. Так. И отвертка входит тоже в комплектацию. Подсними резину.
Резина спортивная, Мишлена. С текстилки, пацан, Мишлена его зовут. Спереди подсними. Литье. Низкий профиль. Омывайка. Это что за омывайка? Есть. Фары. Светодиодная оптика. Подними руль. А как ты ездишь на ней? Алькантара. Руль Алькантара. Механическая коробка, автомат, полуавтомат. Педаль. А тормоз тут есть? Тоже есть. Ручник. А тормоз? Ручник. Гидро. Гидравлический ручник. Поворотники есть. Возьми брызговики. Просто на этом? И брызговики тоже есть. На его брызговики. Можно приобрести по ссылке в описании. Дополнительно к нему попадет брусчатка. За качество брусчатки мы не отвечаем. Нет, отвечаем. Не, хорошая брусчатка. Ну, на обзоре котов. Слушай, ну 4 поставить можно же. Железно, да? Равшан! Равшан! Хорошо, Алуф уже опережает меня. Так. Короче, бля, 0.5 не работает. Так, о, да, это ишь. Ну, машина трясется, блядь, не потому что пизда резине, а потому что, блядь, она дурная, она, блядь, хочет вырваться наружу. Так тоже, да, чуть бункер есть, блядь. Просто, блядь, не работает, ну похуй. Ну набирает она, пиздец, блядь. Ушел, так? Просто я уже, блядь, вдавлен, я не могу даже дышать, блядь. Тормозов тоже нету, блядь, надо тормозить же, ёбана в рот. Короче, вот такая, да, и Шкода, блядь. Машина трясется. Так, понял, что она быстрая. Равшан, ассалам алейкум. Да, алейкум салам. Так, да, с гаража выгнал свой экспонат, блядь, музейный. Откуда у тебя такой дом? Хочу тебе на него обзор снять. Вот же она. Ты что, к чужому человеку на хату приехал, что ли? О, да. Ау, она в каком порядке, брат? 2-го года. Просто на эту потрясающую машину посмотри, да? Фулл бункер, все дела. Она какая красивая! Штампы, именно болотка. На нее. А я знаю, где это он. Вот. Да? Как на выезде из поля чудес, я понял. С музея недавно звонили, говорят, лям даем, не отдал. На нее посмотрите, да, пацаны. Хорошая, это, кстати, не? Красиво. Я первый раз в жизни в таком состоянии ишь вижу, если честно. Равшан, ассалам алейкум, короче. Брат, за состояние, за мини-обзор я тебе 4 поставлю, знаешь. Хорошая, ухоженная машина, реально. Мало, но хорошая. 4 желез, молодец, реально, тачка. Мне понравилась машина. Ты, ой, ослы, бля. Вот там вот секретный угол, короче, хитрый. Он обманывает меня. Это место наводчика, механика, водителя, смотрите. А мы не русские. О, красота, да? Вот. Это вот сюда посветил. Тут да, такое есть. Говорят, это вот дип. Туда смотреть можно. Вот сюда смотреть можно, смотрите. Ой, о. Да, реально, это танк? О. Это целится, типа. Ну, с пушки вот с этой стреляешь. Тут это пушка у нас, вот казённик. Туда снаряд, он там... Вон там, если видно, пушка открыта была. Вот это я видеобокс снимаю. Вентилятор, это когда вот жарко, чтоб холода не было. Равшан! Равшан! Это вот в комплекте идет. Равшан. Извини, пожалуйста. Дари! Все. А! А, это Демин. О, это Колян. Там где-то еще. Это мой видеоблог, если что. Бля, пацаны. Такая легенда. Просто на танке снял обзор. Это что у нас? Это твоя машина? Вах, на эти диски. Красиво. О, диски очень сильные, знаешь?
Как же мало надо для счастья, и чтобы твоя машина выглядела хорошо. Тебе нужно просто посадить ее и поставить хорошие диски. Все. У тебя машина автоматически становится очень красивой, понял? Вот я опять же не знаю, чья это машина. Вдруг это не твоя вообще машина, а просто, ну, рандомный видос. Вот как мне понять? Я из-за этого говорил, что вы обзор делали, чтобы я видел человека. Не стой, чекни. А, ну, брат, давай я тебе, потому что обзора нету, но машина очень красивая. Если на нее полный обзор сделал бы, я бы ее 5 поставил. Но нет обзора, просто под видос возьму 3. Не обессудь, чтобы других не обидеть, которые... Вашан? Рапшан? Официально, вот. Если так посмотреть... Вот мой автомобайл. Вот так берешь, руль тудым-сюдым. Оп. Вот так вот. Мы его на автору, короче, так. Сказали, не перекупка, все по кайфу. Вроде как новенький выглядит, то что-то здесь, блядь, не так. Почему лобовухи нету? Скоро починим. Мы его... Да, скоро починим, будем кататься по Новосибирску. Все нахуй его. Переберем ее. Вот мне интересно, вот Новосибирске, наверное, очень... Ну, Новосибирск, Сибирь. Очень мало, да, «Жигулей»? Они же там просто не выдержат. Ну, невозможно, «Жигули» же там ездить, нет? Много? А как они живут? Сделаем бибику нормальную. Вот такой автомобайл. Нормально, да? Кайфовый же автомобайл. Выдерживают? Бля, типа, 16... Не, «Жигули», вот эта машина реально в Сибири выдерживает. Сейчас вот делают иномарки. Вот возьми сейчас и найди Rolls-Royce в Сибирь, отправь минус 60. Он же не выдержит. А «Жигули» выдерживает. Лев, имею шишигу, бля, или хуй знает, что это. За 5000 выкупили на металл. Не, пацаны, это, конечно, легенда. Два. Не, два. 100% 2. Так. Обзор на пятнашку с Русиком Румянцевым. Не гоняйте, пацаны, вам отерям еще нужны. Встречайте, приятного просмотра. Всем привет, я с Максимом Бобина. Обзор на пятнашку. Я не видно. Крещит, нахуй. Крыло где? Вот спиздили. Гани, кстати. Осуждаю. Шпаклевка, нахуй. А тут тоже шпаклевка. Снимаешь? Снимаешь. Топорики работают. Они нахуй не нужны. Бак, слушай звук. Шпаклевка. О, да. Тут ее много. Еще шпаклевка нет. Спасибо. А еще мне светит фонарик ебало. Все, понял. Рычит, сучка. Ну что тут сказать? Номера некрасивые. Пятнашка некрасивая, но едет. Бампер почти отваливается. Пятнашка некрасивая, но едет. Крыла нет, а пиздец. Подожди, открывай. Опачки! А тут что у нас? А тут у нас 8-клок 74 лошадиных силы. А тут ремень красивенький такой. А, блядь, пальчик не съел. А еще он грязный. По номеру смесителя. А мотей. Он что, мотей? Готов покорновать? Нет, конечно. Она развалится. Погнали. Поломались. Походу плавает. Они вот так. И сжигает. Если ты сейчас сожгешь эту машину в видосе через 20 секунд, я не смотрел видос. Если он сейчас сожгет машину, я ему, он победитель. Сделали, почти сломались? Да. Пиздец.
Че, домой пора ехать? Домой пора ехать. Всем спасибо за обзор. Поехали мы. Ай, блядь, чуть руку не сломал. Ой, бля. Не. Ну, монтаж в космосе. А так, чё, пятерку? Имба же. Лучше монтажа не было еще в конкурсе. 5. Молодец. 107. Апельсинка. А, я походу знаю, кто это такой. Я понял, походу, кто это. О! Наконец-то. Вот это обзор уже. Вот, короче, тачка. Вай, брат, М4. Ковши, короче, карбон. Это мажоры уже подъехали. Эту машину я бы хотел. Сейчас мою покажу. Вот моя. Можем скинуться на мойку. Будет неплохо. Обманул жесть. Финт Роналдини сделал. Вот так сделал, как Роналдини. Да, 300 тысяч. Ага, дизел. И на его дворник. А где второй? Одинокий рейнджер. Не, плюс рэп, то, что заснял М-ку. Честно. Плюс рэп. Ну, забаньте этого. Let's so мной 8-8. Спасибо. Плюс рэп за М-ку. А так, очень мало обзора было, поэтому 3. Чисто М-очка 1 балл тебе залутала. Нормально, что и пока справедливые баллы? Привет, Равшан! Что ты там хочешь снять? Пожалуйста, только тихо. Слышал, ну, конкурс у тебя. Обзор техники, да! Подписчиков. Да. Я думаю, блядь, что, поучаствую. Давай. Моя малышка стоит прямо в квартире. Умоляю, только не голая. Ну, посмотри на нее. Какая мразь! Какие диски, блядь! Делаешь? Сидушки, Рикара. Двойные точно так. Спортивные ремни. Ага. Это так, для безопасности, мало ли что на дорогах. Едет она просто пиздец. Ну, это понял, это, ну, что-то типа крузак 200-й. Это тебя катает кто-то на нем? Какая мразь. Так, тормоза. На козла. Дисковые, понял? Четырехпоршневые. Что такая, ну, нелепая, ну, ручка тормоза, почему? Веска просто ебанутейшая. Это ж гидравлика все. Есть такая сучка, чисто погоняться. Ля, как она на красной дает, мимо галереи на ней. Бэм! Так. И диски, бля, посмотри на них. Это ж GDM! Она самая. Бам! Ну, сучки, да? Ну? И что мне ему ставить? Какой 5? Вот что мне ему ставить? Ладно, 4 лепи ему. 4. За неординарность. Неординарно. Сэм. Что за Сэм? Я домой поеду. А ты отсюда домой? Ха-ха-ха! Сам Олег. Классный обзор, бро. Машины не видно в обзоре. Просто фары. А вот видно. Обзора нету. Один. Оу! Походу победитель этого конкурса.
Авенсис, братан. А, еще и рестовый. Хорошая, брат. На зеленый Авенсис, бомба машина. У меня была такая первая моя. Рестайлинговый. Смотри, фары притемнил внутри. Какой, а? Какой 3-2-2, я не понял. А что звука нет? Эх, к сожалению, ты не раскрыл весь потенциал. Вась, если бы хоть кто-то, у кого есть Авенсис, сделал бы полноценный обзор на эту машину, я бы от ностальгии отдал бы приз. Алло! Алуф! Какой победитель? Это мошенник, брат! Один ему поставь. А Авенсису двойку поставь, Авенсису. Алар, пацаны, у нас 3-2-2. Двойку Авенсису. Жалко, никто на Авенсис не сделал обзор. Сейчас вспомнил, прослезился. Так. Банан? Какая она красивая. В общем, всем привет. Это реально твоя машина? Сегодня у нас на обзоре такой вот банан, Stage 2, выхлоп от Brabus. Брат, это... Это он скачал или чё? Я не понимаю. Да нет, вот катается. Спасибо, Серж, за рейд. Серег, спасибо. Как понять, это настоящий обзор или нет? Питер, да? Нарик. Хочешь на охране, полный набор, что ты хочешь, мой хоми. Ах ты крыса. Я подумал, что ты зарумался. Короче, найти минус рэп. Вот этот ник заблокировать. Заблокировать его. Бан. Блокировку. Воу! Хорош! Как вы так ездите? Может, это его канал? Может, это его канал? Тогда у меня есть ответ. Он сделал этот видос 2 месяца назад. То есть он решил... Ну, заснять. То есть ютубер, который занимается автотематикой, решил у простого народа отнять возможность участвовать и выигрывать в роликах обычно. А? Чё? Какая разница? Большая? И чё? Не, тогда бан не надо, да. Не, ну если... Подожди, тоже верно. А... Откуда я знаю, что не его канал? Телеграм. Как мне, вот как я должен понять, что это его машина? Ладно, спешите с ним, кто-то с ним. Видос снят давно.
Важно, типы исполняют. Осуждаю. Загугли, пишет. Ты что снял мне свой скутер, блин? Стрекозу какую-то свою. Три ему, два. Два за скутер. Хороший скутер. Да, у меня тоже в Сочи скутер есть. Ой, ебать, велосипед у меня. Так. Видал, Равшан? Ну-ка. Вот это да. Ага. Просто. Имбуля. Вообще. Супер. Круто. Только так на нем заказы делать. Ну, что-то не... Вот я раньше в велосипедах реально хорошо разбирался. Я их собирал, я их там чинил. Ну, что, расскажи, что у тебя за... Это стоит, вот это вот, забыл, как эта штука называется. Какой фирмы стоит, какие тормоза стоят, какие переключатели какой фирмы стоят. Расскажи, какие амортизаторы стоят, сидушка какая, педали какие стоят. Чего ты ничего не рассказал? Расскажи! Ничего не рассказал, братан. А так, за креативность 2. Нормально, молодец. Алф 2. Так, вот это открываем. О, наконец-то! Нормальный обзор. Грузись, грузись! Пожалуйста, скажи, что нормальный обзор. Yes? Голоса в голове заставляют меня шнырять по рядам. В 72! Не мой обзор. Да. Всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас на обзоре. У вас 21 кейс. Татарская мафия. Базару нет, все понял. Ну тут объем двигателя 1.6. Так, пробег 240 тысяч. Я не пойму, ты что в шортах реально ходишь? 79 лошадиных сил. На его переходы. Какого года машина? Года 2004. Вот. Так, по доработкам чуть-чуть дал вот так. Там тут доработка. Вот, манда нихуевый батон стоит. Брат, ты чё? Кто мне охуительный батон? 20 рубля в один... В Дербенте. 20 рубля. Барракуды, сваты, Уралы. Сколько обошлась музыка? Вот батоны, еще здесь два блина. Сабпрайт СТ-15. Багажник, открывай багажник. Короче, я понял, как мы будем. Вот помните раньше, кто в детстве маленький был? Вообще был кто-нибудь маленький в детстве? Я в детстве, когда маленький был, я всегда приходил к дяде, и дядя мне всегда говорил, а ну подними штаны, покажи, что там у тебя, колготки есть или нету. Понял? Проверял, есть колготки или нету. Я дома не одевал колготки, я ругался, и маме, я плакал, чтобы мама не одевала мне колготки. И дядя смотрит, так поднимаешь штаны, ага, колготок нет. На, мужчина. Я так же буду делать, вот каждый раз, когда вы будете подъезжать ко мне, или я буду видеть вашу машину, я буду говорить, открывай багажник. Если в багажнике вот такой сап, руку не пожму. Усилок Стикс. Че там? По музыке? Сколько? Ну, как эта машина, в принципе, стоит. Ваш еба. Идиота, кусок, что ты спамишь? Отписаться от канала его. Подождите. Срочно человек, которого вяжет полиция, смог зайти в телеграм-канал свой. Зайти и написать пост. Срочно ко мне на стрим
Меня вяжет полиция. Это не он. Вот, сними. Так. Да, нихуёвый губастый. Лады? У меня обзор. Машина в идеальном состоянии. Повороте пилоты близкие, 14 радиуса, нихуёвый. Вот. Ебать, СЕшка. СЕшка? Зеркала пока не очень, но... Куплю плёрышки. Сколько она у нас тонированная? Нихуёвая наклейка для аудио. Так, а вот такие. Ну вы тут сами все видите. Я хочу, чтобы он багажник открыл. Машина прошита там. Что там? Я забыл, как эта прошивка называется. А, Stage 4. Нихуёво так. Любые на маке делают вот эти. Deo Matiz, Deo Nexi, Renault Logan. Жмик нахуй. Итак, вторая часть нашего обзора. Смотрите, выглядит. Газовый пост. Вот, да, есть вот аккумулятор. Которые обеспечены. Ну и такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Ексатово. Вот смотрите, у нас в машине. Ой, у меня в машине есть такие необычные кнопки. Вот так можно их нажимать. И вот так хоп. А там все нихуя. Я сейчас отпишусь с этого канала. Подождите. Достал флудить. Хуёво. Что сказать? Работайте в районе. Ладно, закрыть. Не, смешно. Смешно, ну, снял. Ну, такой, молодец. Четверку поставлю за смехоту. Сейчас сам себе рейд кину. Так, давайте этому пацану что поставим? 4 поставили, да? Все, поехали, давай дальше. А то я сейчас собьюсь. Официально являюсь владельцем этой машины. А что за машина? На его коврике... А, это Lexus. Я вот сюда справа поставлю вебку. Там такая суета вылазит, ну его нафиг. И все? Один. Ага, бункер. Плюс балл. Угу. Милиция Краснодарского края номера. Классный обзор. Один. Следующий. Что ты снимаешь? На фуре есть что? Ау, на его ДАФ. Это ж ДАФ? Нет, да. Это Ситрак. Ау, брат, ты каком городе? Уиу, делает машина твоя? А ну? Со мной воюет сатана. Сатана, это она. Подписчик Сэма. Так. Делай аккуратно. Ну, молодец, знаешь? Хорошая фура у тебя. 4 железная. Хоть и не было обзора, за фуру 4. Шоу. Молодец, хорошая. Я не могу поставить, он ничего не рассказал. Что мне ему поставить? Чё? Грустно стало. Афана Ашикей. Что мне поставить ему? 2. Все, ставим 2. О, БМВшник. М-ка. Универсал. М3? F10 универсал?
А, X5! А я там видел... Подожди, вот тут... А, я вот так увидел, понял, думал, универсал вот этот. Что мне вам поставить? Два! Хорошая машина, знаешь? Спарк. Ушел. Трай, брат. Трай. Здорово, брат. Как он его? Вот это. За звук 2 ставлю. Хороший аппарат. Со мной воюет. А дольчик кинул, пацаны. Глед попросил закинуть за него. Самая в Энгел бы, типа. Ладно, я извиняюсь заранее. О, внедорожник он. Что мне ставить? 5? Ладно, 5. Так. Что там? КамАЗ? Фура. Вот. Это фейк? Это фейк, да? С тобой что? Дай угадай, это полицейская машина. Вот как твои номера, 2. Да не, я стараюсь не материться. Отстаньте от меня! И так стараюсь не материться! Мне сложно! Тайсон же есть, а ну? Вот он, конь, ебать. Что ты Вот этому? 127-му. 1 балл. Дерзко, подожди, брат. Хотя, не брат ты мне. Гнида. Хотя нет, ты же не это. Короче. Хотя нет, брат. Ну ты не... Короче. Запутался я, короче, братан.
Просто дайте покажу, как я с ним отбоксирую. Просто смотрите. Просто подходит дерзко. Подходит, мы с ним выходим. Нам просто выходим. И я как Тайсон просто. И все. Отработал, понял? Как Тайсон буду подходить к жертве? Просто боялся. А что шею не сломал. Я сломал наушники, по-моему. Что ты сделал? Сильно Васька потрачился. И не улетай. О, сюда нахуй. Болен я твой. Рашан, Рашан. За сколько очки взяли? За сколько взял эти очки? Мне подогнали пацаны с одного телеграм-канала. А занимается техникой. Хуй его знает. В середине машины, давай. Я понял, что он сделал. Я понял, что он сделал. Витом, он скорее всего... Дай, брат, я самый умный человек на свете. Он, во-первых, взял нарезки со своих стримов. Плюс... Сделал небольшой обзор, и Витом, короче, блогер он, по-любому, да? Стример. Возьми труб... Либо он... Он просто наре... Сегодня мы рассмотрим данного зверя. Что мы имеем под капот? Что мы имеем? Мы имеем самокат Яндекс. Обклейки желтого цвета. Сучка тоже нахуй. Так что заебись, нахуй сыграет поп-смог, блять. Тут нахуй греется ноги, блять, ручки, тут телефон держится, бам, ну нахуй, опа, блять. Оп, на нахуй, тут поворотники, блять. Ну ничего, нахуй, такая машина, да похуй, тут телочки нахуй штампуются, блять. Так, так, это что получается? Ага. Никнейм. Угу. Два. Один. Поел АК. Оу, брат. Вот вам факел пока, чтоб наверняка. Больше кофе, меньше молока. Это гуфака, меньше вайса, больше гопака. Да, я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка. Сука, гномик, посмотри, что... Как разговаривают. Тут подлетачка прикольная была. Пока. Я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка. Но шутка хорошая была, честно. Да, ЕКБ и МСК. Не путай берега. Жди в своем городе. Где-то после четверга. Куда не летят самолеты. Точно едут поезда. Ну да, походы так и надо. И последние два года рилсу ставлю один балл. Но машина хорошая. Вах, это что, моя машина? Вай, как... У меня в бункере точно такая копия. Что-то последние рилсы пошли, видно, что уже все. Брат, один балл. Всем рилсам один балл ставлю.
меня без сути так вышло. С тобой хоть холостой, я живу одним тобой, жена. Будь со мной каждый день. Один, два. Ладно, два. Минута. Отпустят невидимо, отпустят и берега. Филигран сводит меня с ума. Пульс — это криминал, шум — это про меня. Видимо, до пика доведена. Тут времена тепла, я с тобой ощущал. Пока... Зачем вы эту подсветку ставите? Я не понимаю, искренне. Нету солнца на городах, танцами до утра. Заведена толпа, а я воз... Почему нельзя белую... Ладно, зачем делать цветную? Почему нельзя белую сделать? Такую, знаете, теплую прям, чтобы слегонца светило, понял? Слегка. Слегка просто белую, чтобы типа подсветка была, чтобы... Ну, если... Я понимаю, я для... знаю для чего. Ну, в Ладе очень темно в машине ночью, реально. Слегонца беленькую кинул по всей машине, и все. Давайте, давайте, осталось немножко совсем. Добьем уже, и вы победителя выберем. На пульс — это криминал, шум — это про меня. Видимо, до пика доведена. Тут времена тепла, я с тобой ощущал. Пока нету солнца на городах, танцами до утра. Заведена толпа, а я возле тебя, ты возле меня. Два балла ставь. Я уже не знал, в конце что-то поплыли все. Рошанчик Ку. Во! Чатик, здорово. Здорово. Андроид мужчина. Что? Как ты посмел такое сказать вообще? Записываю вот обзорчик небольшой на свою пушку. Минус один балл за Android. Вот имеем BMW F30. 12-й год. Хорошая. Бензин 2 литра, задний привод. Угу. Ну, я работяга с завода, поэтому... N20, должен сказать, N20. Все дела. Хватило только на такое. Ничего, мне хватает. Мотор, в принципе, 184 силы. Ну, все. Прошу заметить, 215 тысяч пробега. Так. Живая. Да, конечно. Ездит. Да, конечно. Не ломается. Да, конечно. Я удивлен, на самом деле. Что ты удивляешься? Вообще, это хорошая машина. За такую хуйню. Обычно говорят, есть стереотип, что... Сэм пишет. Если я заводчанин. Ну да. А что на заводе... Золотом платят? BMW ломаются и только от сервиса до дома. Лефорту, а привет, сучка! Ездят. Ну нет, у меня в принципе не так. Мне повезло. Ну либо реально так. Вот. Сейчас покажу внешне. Машинка в пленке, в синей, блядь, смотрится охуенно. Брат, тип на заводе работает, говорит, заводчанин. У него бэшка, тройка в пленке. Охуенно. Вот такой. Немножко грязновато, блядь, но на мойке там очередь слишком большая. Что-то я вообще... Вушан! Рэпшан! Ты посмотри. Ты посмотри. Оцени CLS Корлеоне. Ты посмотри. Оцени CLS Корлеоне. Ты чё? Не дождусь. Вот. Так, кировские. Киров на месте, 43 в чат. Вот так выглядит. Плёнка прям вообще кайф. Вообще кайф. Выглядит супер. Грязно, конечно. Такие диски Mac, оригинальная 19-я. Жестковат, конечно. Здесь какой-то пидор. О! Осуждаю! Гок прошелся, блядь, причем. А-а-а. Какой-то негодяй. А-а-а. Вот. Ну, владею 2 года. Осуждаю. Без проблем. Свою цену топ. Смотрю тебя уже больше 2 лет, наверное. Когда у тебя еще зрителей 500 было. Спасибо, брат, большое. Old. Я не понял, как он так разговаривает? Все, давайте, чатик. Удачи, Рошанчик. Какие-то... Удачи.
Шма, раме, витом, курди, на зеленый шачи. Сосешь. Все, что можно было. Все закинул. Давайте ему 4 поставим в железную четверку. Я думаю, заслуживает пацан. Реально постарался. Что? Не слышу! Я в клубе! Так, побежал, что такая чисто. Похуй, снюсик, хуюсик, ебать. Такие чисто. Стоковая тачка. Ебать, купил за 280, я в ахуе. Да ну, гай. Вложил 150, это вообще офигеть. Просто тип ходит. Я, короче, вот на туре. И просто ветер. Ничего не понятно. Наконец-то засел в нее. Такие, бля, лужайки всякие. Так, так. Зато нормально прет, ебать, 160 вообще спокойно ебашит, только так нахуй. Все понял, братан, спасибо за обзор. 4, короче, ставим ему. Нормальный тип. За ветер плюс бал. 99, Калина Спорт, один диски, 6, брат, 16. Ушел. Короче, кнопка. Я люблю 99-ку. Очень красивая дача. Так, проверка нам. Ладно. На. Ну, 1/4 багажника можно. Дисковые тормоза сзади. Молодец, дисковые тормоза поставил. Хорошо, супер. Опа! Молодец! Я ему хочу 4 поставить. 124 стоит, да? Хочу просто ему 4 поставить. Вот так захотелось мне. А тут насколько... Родник сели, облака сели, два хлопка темень, туда-обратно. Насколько это правда? До портового по теме, оттуда кемер, немец, веня. Как вообще настроение? Тапки цвет осенний, нарды, карты, как ты, картер, бартер, пятка, бартер, голяв, керри. А вы там... С Америки, 15 год, 4 на... Принесла сорок. Короче, если кратко, это BMW M4 на механике, 17-й год, компетишн, привезен из Америки. На механике компетишн. Пожизненный страдалец, вечно попадает в ДТП, или даже недавняя ситуация. Попросил кореша поменять масло, он собрал 5 машин. Тачка бомба, эмоции дарит вообще волшебные. Вашан? Рапшан? Что ты кинула, моя хорошая Сонечка? Всех приветствую. Обзор на Nissan Primera P12 2004 года. Объем двигателя 1.8, 116 лошадиных сил. Покупался с родным пробегом в 160 тысяч. Я являюсь третьим владельцем. Автомобиль в отличном состоянии. Работает исправно. Каких-то серьезных вложений в автомобиль не было, кроме покупки автозапуска в зиме. В ближайших планах установить... Номера хорошие, слушай. Сенсорный экран вместо штатного. Умница, Сонь, я тебе ставлю 4. Короче, я вот это я не знаю, насколько честно... Как думаете, это его машина или нет? Или
даже недавняя ситуация. Попросил кореша поменять масло, а он собрал 5 машин. Я думаю, это его машина. Да, это его машина. Брат, 4 поставлю. Хорошая машина. Ну, чуть осталось, знаете? Угу. Ну, спасибо за обзор. 1. Хорошая, кстати, девятка. Так. Два. Абшурон в городе, Равшанчик и стрим, салам алейкум. Так, это абшуронцы? Короче, имеем и стрим, салам алейкум. Равшан, стрим, чат, не знаю, да попаду туда, не будешь снимать, будешь снимать. Ладно, не суть важно, расскажу уже о свою машину. Первый год ездил дедушка, понял, аккуратно двигался по Абшуронску там. На рынок заехал, там перец, мерить взял, огурцы, помидоры. Потом попала она вот в эти драгоценные руки. И пошел, понял, жесткий хаз, бля. Фары, понял, эти ДХО, там линзы, шмензы. Вах, на его фар! Я подошел, такой, ап, ее. Дубай, короче, понял, вот это крюк. Вот это крюк, понял, и баранов цепляешь и везешь просто. Здесь как бы губа, ну спереди ничего особенного. Это обычный абшеронский сленг, если что, вдруг, если вы не поняли. Понял, туда-сюда. Там, сток, тормоза, туда-сюда. Ничего. Вся стоковая, да? Да, сток, все сток, полностью. Мотор там 1.8, ну это не важно. Ага. Там пиленые пружины, туда же сотые отсечки, да, какой-нибудь четвертый, заскочил, блядь, 1200 залил и нахуй. Здесь все важно. Оп. Это что? Это что? Ты сделал это? Это что? Что ты сделал? А, сотый хавает, да. А знаешь, почему сотый хавает? А потому что вот этот момент, да, сними? Потому что ручной дракон, блядь. Мама. Короче, понял, да, подъезжаешь на красный, понял, аккуратно выходишь. На быка? ТХО, там, пиздёшь просто. Сотый, да, отсечки. Ты сделал это? Это что? Что ты сделал? А, сотый хавает, да. А знаешь, почему сотый хавает? А потому что вот этот момент, да, сними? Потому что ручной дракон, блядь. Ба-ба-ба. Так. Понял, да, подъезжаешь на красный, понял, аккуратно выходишь. На быка? Быка достаешь, короче, до мазу тянешь, короче, и тут хохушка подходит тебе. А ты ей такой, ма. И, короче, да, там терки-мерки, и потом ты вот так разворачиваешься, уходишь, забираешь этот номер, и она даже не узнает твоего номера, понимаешь? Меня, да, понял? Ну вот это я вообще не понимаю. Это что? На арти-карте, понял, туда-сюда сел, да, аккуратно, летом, понял, ага. Сюда вот так вот сделал, туда-сюда. Ну это не супер. Осуждаю. Здесь тоже никаких особенных доработок, туда-сюда. Открываешь дверь этого автомобиля. Здесь, короче, тоже, понял, такие интересные жесть моменты. Короче, руль, понял, тут эта ручка, всякие вот эти моменты делаешь. И натираешь, да? Ва, делаешь, короче, май. Опа. Ва, ты тоже понял, там небольшие изменения конструкционные. Подожди, вот я, вот смотрите, я вижу, что ты, вы, ну там, шутить пытаетесь, да? Как-то видосик. И вижу, что вы пытаетесь шутить, как мы. Я, неужели мы так же смотримся на камере, когда шутим, что-то говорим? Май. А ну да сними. А ты сними, я сейчас здесь беру и баран, куда лезешь, да? Во! Все, не лезу. Ну, понял, да? Да? С Эмками наравне доедет она. А знаешь почему? А ты сними. А что снимать? А ты назад, да, сними. Назад? На его выхлоп, брат. Папа в ахуе стоит. Вот это да. Кто это был? Ты спросишь, да? 16? Нет. Ты что, баран? Что это? Карбюратор. Оу. Восьмиклоп, карп? Карбюратор, восьмиклоп. Эмки, вы где? Вы где Эмки? Ну, короче, понял, да, вот такой небольшой обзор получился туда-сюда. Вот. Ну, как бы на этом я могу сказать все. На Маркахаусе, если увидите этот автомобиль и услышите, что он стреляет, запомни эти номера. Давай. А. Не М-ка, конечно, но тоже нормально. Ебать, это что? Двухстволка. Не, добра. Не, там кичевичка, нахуй. А. Нормально? Стоит, растет. Как думаешь, что за мотор? Не
его знает, наша сталь? Восьмикло, кар! Кар! Бля, ебать, а, вы настроили карта? Ну, вот здесь мы стоим. Бля, ну ебать, он громкий. Бывает такое, что жопу куда-то ёбнуть? Бывает, понял, проходит, стукаются об неё, бля. Охуеть! Да. Я не знаю, что ставить. Обзор сделал. Много воды было. Твердая 3. 4 за юмор. За юмор я бы минус 10 поставил. Ладно, 3-4 за Рената. 4, короче, подрубил, пацан. Вошан, рэпшан. Ребят, всем привет. Салам, Рафшана. Салам, стая. Югорск на связи. Хмао. Вот двенашечка. Хмао. 140 тысяч. Только купил, поэтому еще хуйня. Дальше больше. Правильно, брат, дальше больше. Хорошая, знаешь? Вох, ты че купил? Чего такое хорошее состояние? Очень хорошее состояние. А, у девушки была, да? За 140 купил он ее? Ну, есть рыжики, конечно. Там, короче, молодой водитель. Я просто много, так я чайник приехал. Здесь скоро будет SE, а здесь Приора. Осуждаю. Европанель хочу поставить. Диджей музыка играет. Роль Приора. Поставлю. Я, короче, только 6 февраля. Брат, я бы не убирал этот руль. Я не знаю, мне этот руль очень нравится. Вот весь кайф этой машины. Почему вы перестали собирать машины в стоковое состояние ее? Что плохого в этом руле? Это же хороший руль, реально. Почему вы делаете из машин какой-то мусор? Смысл собирать? Ну, зачем в нее приор руль ставить? Наоборот, собери ее полностью в стоковое состояние. Эта панель у тебя супер, ну, классная панель. Редкая, она еще целая. Не знаю, может, у меня такой прикол. Я бы в сток, я бы идеальный сток сделал бы и катался. Шляпа-панель. Думаешь? Редкая. Ну, в смысле, типа состояние, понял ее? Рафшан, пиви. Не, состояние мне буду редко. Нормально все. Смотри, все это хуйня. Эти железки, хуешки. Я настоящая машина. Я легенда отечественного производства 87-го года выпуска. Делаю, Серго. Пробег 36 лет километров, 2 литра, 81 лошадок. Так. Хавает шашлык, башлык, шарму, молоко, чай, окошко. Все, понял. Не битая, не крашеная. Так. Мотивацию на парня. Я спать не пошел, я буду дальше смотреть. Давай, брат. Давай, Рафшан, удачи. Удачи, спасибо. Чату, всем привет. Привет, брат, спасибо за внимание. Мотивацию парня. Спасибо, Сергей. 6 числа, 6 февраля получил права. Машину 20-го получил. Купил. А перегнал ее с Егорск из Нового Уренгоя. 8 числа я приехал. Поэтому. Да, честно, ну, во сколько ты ее пригнал, мне, ну, не интересно. Всего 4 дня. А так хорошая. А так.
А так хорошая машина, брат. Роги тоже купить надо. То им плохо. Что еще? Помыть ее бы. Вот. А что? А они что, напаленные, что ли? Не знаю. Не знаю, что еще сказать. Вот. Салам. Лучшая 12 города. Не, хорошая двенашка. Лучше нигде не найдете. Спойлер от форсажа поставленная нахуй. Номера. Лучше нигде не найдете. Вообще чистющая, не грязнющая. Рыжики. Не обращайте внимания. Да. Там даже. А, посмотрите, какая покрашена. Оу, ей надо всю красить, снимать все это. Оу, там слой, брат. Шпатли нету. Родная краска. Во, какая родная краска? Да, чисто завод отошел. Братская кровь у нас. Когда напишу, Леха 112. Салам алейкум. Дистрикт шоп, салам алейкум, брат. Как ты? Это фото для Ивана надо тоже поставить. Потопил сюда, сюда, сюда. Брат, ну, я вам поставлю четверку железную, хорошую четверку. Осуждаю. Это что такое? И сделал вот это. Да, в натуре вы чё-то отбитые. И сделал вот это. Которое я приобрел. Вашан! Рафшан! Я не смог. Ты с конкурса можешь посмотреть, брат. Ездить к бабушке в деревню. Поэтому я решил поставить пневму. Так как эта машина у меня на повседнев. У ребят из Москвы. У Air Unit. Хорошая, знаешь? Молодец, Кира, хорошая машина у тебя была, знаешь? Вагодросер же ты, это же. Че мне за клипы кидаете? Год. Сток. Ничего не менял, только вот спойлер. Такие четыре трубочки. Хочу поменять новую трассу сделать. Хорошая машина. Так, давайте по делу. Четыре видоса осталось. Что я тебе могу поставить? Четыре ставьте, за красиво сделал. Ударился. Поправила меня. Осуждаю. Я это случайно не видел? Обзор для Равшана на конкурс «Моя машина». И сейчас он переведет на другую, да? Вот, получается, Nissan Note, 1.5 литра. А там этот, хорошая машина. А что он тут делает в конкурсе? Ладно, его удалить надо. Два дня назад загрузил, но ты свежая. Стайл стиль это все. Фрешвей это свежий взгляд на скучное и опасное. Продолжает этот жанр обожает. Не какой-то конченый, блядь, компьютер у Керима. Обожает тех, кто помнит, как я дик и постелил. Мимо каменных заборов среди серых девятин. Где-то там ты подзорный видосок. О, всем привет! Сегодня у нас на обзоре мой личный автомобиль Toyota Fiesta 93-го года на V8 на Узете. Ау, на Узете? Автомобиль выполнен в шикарном синем цвете. С рыжиками, со шпаклей, он не распил, он не планка, он не каркас, не нангрыз, не абсос, не надсос. Пойдем сразу, сюда. Мы видим шикарные, абсолютно шикарные, изумительные обзоры, которые
которые должны быть у абсолютно любого 30-летнего автомобиля. А именно зазоры в руку. И желание туда и куль можно засунуть, но моих даже два в месяц по вертикали. Давайте пойдемте под капот. Что же мы видим? Ни роскоши комфорта, пока у нас не доступен. Он в полной тонировке. Ну не полная, ладно, я секунду обашу не тонирую денег на это место. Здесь у нас находится UZ от Lexus LS400. Мощный мотор, абсолютно сток, абсолютно ничего лишнего нету. Едет хорошо. И большего от него не надо. Автомобиль на авто. Что случилось? На автомате, автомобиль на боксе. На этом автомобиле все лето отъездила моя мама. И сейчас с приходом весны она опять начнет на нем ездить. Тренировка, естественно, у меня, кстати... Ладно. Начнет она ездить, потому что пока нет другой финансовой возможности, чтобы она ездила на что-то другое, более лучшее. Ам-а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 м. У нас достаточно кастомное решение для таких автомобилей, а именно это полностью электросалон от Toyota Arista. Выполнены в кожаных заводских чехлах, под ними у нас черный велюр. Хороший салон, кстати. В Toyota всегда хороший. Что мы делаем? Мы присаживаемся, есть кнопки электрорегулировки зеркал, стекол, зеркал, кабины, даже не понимаю, есть, но не желательно. Потому что машина есть, вас может проверить. Сами понимаете, с бабой, что делать такое. Ну, ребят, ну какие... Ой, сейчас трибуну Юг позову, и вас не станет в чате. Ну вы чё в натуре? Автоматик едет вот так, что? Я просто не могу. Раньше были обвесы и киски 18-е полки, но 12.5.1, как известно, всех нас ебёт в жопу глубоко. И дабы не выделяться из толпы, оно приведено, во-первых, в спорт. Это первая причина. А вторая причина, напомню, ездит на ней мама. Во? А маме обвесы не нужны. Все, сейчас мы заведем эту бестию и учимся вместе с вами дальше. Далёкую, тёплую и счастливую дальше. А ну понавали на ней боком, слышь? Навали-ка, навали. Куда едешь? Куда? А где стрелочка? Хватит, хватит. Слушатели, видите, это наш маленький обзор такого скромного, дешевого автомобиля окончен. Простой способ за маленькие деньги ездить быстро и не выебывать. Не, хорошая, честно, хорошая машина. Нет, не обязательно покупать бреку на последние деньги, а возможно обязательно судить только вам. Сейчас эти автомобили переходят в разряд тех автомобилей, что и BMW-шники, и Toyota-воды. Мы все владеем автомобилями очень старыми, и нам не стоит ссориться и ругаться друг с другом. Нам стоит... помогать друг друга, как-то поддерживать. И в любом случае, если ваш друг хочет купить Е46, Е30, Креску, Тойоту или даже там Жигули, что угодно, надо ему помогать, поддерживать, типа, чтобы он осуществил свою мечту. Я думаю, ну как-то так. Всем спасибо, всем пока. Не, хорошая. Давайте 5 ему поставим. О, бодренький обзорчик, реально. Бодренький обзор. Молодец. Приора. Привет, с вами Серж. Привет! У нас сегодня на обзоре Приора. На таких блатных номерах. Да. Короче, по Приоре. Дизайнерское решение. Это у нас вот такое небольшое. Вот. Дальше, сюда. Здесь у нас. Так. Это тоже все дизайнерское решение. Угу. Карбон диски. Единственный человек из тысячи человек, который додумался сделать этот обзор. Типа... Toyota. Кирим лох. Типа вот этого. Звук. Все услышано. Здесь дальше. Умное зеркало 24-го года только вышло. Вот. Видите? Умнейшее зеркало. Салон весь кожа, рожа. Дальше проходим. Сарера Марера. Знаменитые росписи рэперов. Вот. Слева направо Дрейк. Эминем. Бенди так. Выхлоп Акрапович. Акрапович. Дальше. Чуть-чуть занижено, совсем немножко. Буквально. Сними, да? Вот.
Вот, вот так, и вот, вот. Покрашены в два цвета, серый и белый. Небольшая тонировка. Тонировка. Это вот вообще огонь. Здесь зеркало еще не умное, но уже немножечко умнее. Под капотом V12. Если что, это коллаборация с айфоном SE. Вышан, Равшан! Смотри, хорошо, смотри. Ты начал очень хорошо, закончил так себе. Поэтому 4, братан. Реально начал очень хорошо. Очень хорошо начал. Я думал, дальше будет. Nexia, 2009 год. Зайди ко мне на стрим. Пошел на... Пошел... Сделал обзор, но опоздал, пацан сказал. Как ты начал? Эй, молния, готов? Эй, молния, готов? О, да! Маквин готов! Так, еще какой-то пацан кинул в донат. Всех. А, это Сонечка. А что, все, последний видос остался? И потом выберем из 5-звездочных. Просто победителя. Двигатель свап на ковке. Атмо 220 лайт и 300 на злой прошивке. Что? Шатуны, коленная блокировка, распредвал, тарелки, пружины, шестерные, тюн, фары, линзы, $1000 отдали, музыка, $2000, шумка, диски, резина, слики, РТВС. Ты что, обманываешь меня, что ли, или что? О. Есть, как она едет? Я сейчас вам объясню, почему они это делают. Я так и знал, что это Узбекистан. В Узбекистане машины по типу вот, иномарок супер, мега, гипер дорогие. И все берут Nexia и просто их тюнят. Mercedes салоны ставят. Все вот эти моменты. Подожди. Чё? Почему видос сломался на ходу? Шма! Брата прав решили. За что? За что вы, Ростик, что вы делали? Да вы видели, как вы ездите? Вам нельзя руль давать. Вы еще зеленые. Вашан? Равшан? А вот такого видел хихихи. Я же знаю, вас же в Беларуси очень строго. Пацаны, у них в Беларуси очень строго гаишники. Ну, типа, они, ну, хорошие, но они строгие. Да, Гильди, Васабраза. Да, мне когда сказал Куэртов, что у вас нет взяток, я попутал. Я просто попутал. Там в смысле превышение, если тебя ловят на радар, знаете вот этот уличный радар? Если тебя один раз ловят и пишут штраф на этот радар, то если еще раз на этот радар уличный поймают, это лишение прав. Прикинь? И невозможно ничего дать, даже копеечку. Салам нельзя кидать там. Там могут, типа, войти в положение,
там, где-то ты хорошо попросишь, он просто тебя отпустит по-хорошему, понял? Но не вариант вообще договориться. Я офигел, когда узнал. Хотя, казалось бы. Хорошо идет. Не, то, что ты вот столько денег в нее потратил, братан, ну ты красавчик. То, что ты нравится, может, ты в нее деньги вкладываешь, реально. Ну, я за это тебе 4 точно поставлю. Обзор кидают до сих пор. Так, ну что, друзья, а как теперь сделать чисто пятизначные оставить? Пятизвездочные как оставить? Среди них выбрать победителя. Фильтр. Какой? Масляный? Как это делать? Данные. Режим фильтра. Сортировать лист. Сохранить как новый. Что делать? Там выбрать. Алло, помоги. Тупой. Столбец фильтруй. Алло, сломалось все. Короче, поехали. Да так пойдем. Его ТГ куда делось, Рома этого? О, это гелик. Чего поставить? Какие звездочки, Сэм? Так, гелик помним. Это гелик, да, вот это? Вот это гелик. Это что? Это Mitsubishi Galant. Короче, я вам скажу так. Смотрите, мне нравится. Гелик, пацан, который обклеил машину, он вчера даже к нам приезжал. Где его видос? Танюса Дуслар, ассаламу алейкум, Равшан и всему чату на стриме, кто смотрит на записи. Сегодня на обзоре у нас, конечно же, не Шкода, а двенашка Гупе, редкая в своем кузове. Так, это на победителя не тянет. Всем привет, дамы и господа. Сегодня будет обзор на BMW. Наебал, на КамАЗ, 65, слушай, Фабс. Вот еще один претендент на победу. Сделаем ростик 100%. В любой момент. У данного КамАЗа у нас имеет 2 моста, 2 блокировки. Так, на фуре претендент. Я вот думаю, что мне им подарить? Какой-то детейлинг им подарить, что ли? Всем здорово, братья и сестры. Это я, Аракел, если кто не знает. Да, это я помню машину. Полный бак. Я думал, какой-то детейлинг подарить им. Вот он. Вот это хорошо сняли, Аня. Всем салам алейкум, я Рустам, данный обзор автомобиля для конкурса Равшан. Давайте начнем с самого важного вообще, в принципе, сколько было вложено в автомобиль. Я не знаю, сколько было вложено в автомобиль, потому что вложено было много, все такие. Пробежимся по мелким деталям, что было сделано. Посадка, минус 90, минус 120, то есть мотор же тяжелее, поэтому сделано более ровнее. Также был отполирован полностью кузов, автомобиль темно-зеленого цвета. Также сделаны были гранды зеркала, тонировка наполовину, отделана полностью, но в идее, к сожалению, этого нельзя. И самое важное вообще, в принципе, что мы начнем. Произошла ситуация. Минут 40 назад, и даже, может, 50 назад, случилась авария, в которой я абсолютно не виноват. Меня врезались.
заднюю часть автомобиля. Автомобиль был полностью готовый. Я его полностью подготовил, то есть помыл, потому что все нормально обзоры, к сожалению, такая ситуация пришла. Извините. Также были куплены еще номера за 70 тысяч рублей. Автомобиль попал, кстати, за 65 тысяч. 3 года назад, да, вот. Сейчас на вид он стоит где-то 120-130. Автомобиль на самом деле в хорошем состоянии, можно еще жить. А теперь приближусь, наверное, по салону автомобиля. Так, что было изменено в автомобиле? 2109, мой салон. Погнали! Быстро! Торпеда была поменена, тоже бомбовый очки стоит. А делать тоже не нравится, потому что ты же не делаешь. Ты же в городе. Также были сменены приоры переключателя, потому что мне не на самом деле очень мне нравится. Такой, знаешь, плавный бархат. Также были поменены у нас... О, блин, руки замерзли. Тоже были поменены у нас, получается, как называется? Короче, это помина, четырка бомба тоже мягко делаешь. Туда иди камеру переключать. Камера тоже переключилась плавно, тоже в МГЛ. Ха-ха, тоже в голове. Также здесь была помина центральная часть, которая мне тоже очень сильно мягко нравится. Здесь переключу такой вот. Первое, второе, чуть-чуть, делаешь. Также помины были карты у нас, полностью рекламы. Они мягкие и бомбовые. Тоже заряд тоже дает бархат. Право дал, лево дал, стоечку уехал. Также есть мягкие сидушки, тоже Равшанчик родной состоит залетай. Безумно сильно жду, Краснодар, Ван-Ла. А еще хотел вам показать мне багажник. Но перед тем, как это показать, нужно немножко что? А теперь нам нужно что? Вот так! Вот она, родная! Казми, одушевай! Давай! Тоже! Молодец! Это он молодец, он! Он умный парень. Он сделал сначала полностью обзор отдельно. Потом сделал красивый переход и сделал вот это. Да, у него может машина не лучше, чем у остальных. Там, у кого там хорошие, реально тачки были, реально охуенные. Но вся фишка была в обзоре. Потому что если бы я сделал просто конкурс на самую пиздатую тачку, это было бы, ну, нечестно. Просто тип приехал бы просто на какой-то Порше, просто снял бы на GT3, сказал бы, на, сосите. Понял? Всем еще раз салам алейкум. Спасибо огромное всем за просмотр данного ролика. Мы на самом деле очень сильно старались. Я реально думаю ему отдать победу. Честно. Там, да, много, много хороших машин. Там вот, вот еще 5 звезд. Это Audi, Audi, которая была. Капот. А, это не Audi, это. Танус Дуслар. Это двенашка, да, была? Да, 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 это двенашка. Это двенашка. Шкоду посмотришь, а? Это фу... Вот фура тоже нормально. Фура тоже хороший пацан, все сделал на фуре. Это Sky. Ну, Sky, ну, просто очень красивая машина. Я могу отдать победу за общим видос, то, что он красивый был. И обзор, и шутки, и там перформанс. Общий, да? Какой-то как совокупность всего в видосе. Победил тот парень на девятке. И могу отдать за самую красивую тачку отдельно еще приз. Чтобы всем было честно. Честно, вот это очень красивая машина. Приветствую всех, салам алейкум. Сегодня расскажу вам про свою машину. И просто пацану заправить полный бак просто. Вот. Скажу, спросу у него, сколько тебе полный бак стоит. Возьму заправлю просто. Это три. Пусть катается. Вот. На Галанте тоже красивый, но если уже базар пошел, у кого самое красивое, то, ну. Всем здорово, это я. Вот это тоже хорошая, брат. Короче, здесь... Вот это мне тоже понравилось. Это Skyline 3.5. Я поставил у него холодный пуск. Этого тоже. Вот этот красивый. Sky красивый. Он... Но они поэтому 5 звезд получили. Он красивый. Sky. Это что?
Это семерка пацана, помним, хорошая. А где Шкода? Как вы Шкоду нашли? Три места сделай. Четырка пацанов, хорошая. Три места? Вот это тоже пушка машина! А! Я сейчас сбился, брат, знаешь? Сделал топ-3. Вот пытаюсь сейчас прицелиться, чтобы топ-3 сделать. Всем салами, братья. Равшанку, чатку. Сегодня будет обзор на мой автомобиль. Кому интересно, ник в чате Xanax 528. Xanax тоже хорошая. Че, сегодня у нас E39. На желтом салоне, да? 96-й год. До рест. Переодетая в рест. У Ксанакса просто хорошая со вкусом тачка. Реально, молодец, Ксанакс. Я думал, ты тупой, это, оказывается, нормальная машина у тебя. Это Mitsubishi Charisma. Хороший обзор был. Я думаю, пацаны, думаю. Я смотрю и думаю. Вышла с конвейера новая модель счету. Седьмая за 10 лет. Катится где-то, но вода кажется, брат. Да, у нее тоже хорошая. Хорошо, это пробное. Вот я делал пробное в этот раз. В следующий раз, когда я 1 июня буду делать, я сделаю отдельно на лучшую Жигу. Отдельно на лучший Корч. Отдельно лучший креативный видос. Я отвечаю, просто 5 номинаций сделаю. Видишь, на чем-то учимся же мы. Вашан, Рэпшан! Ладно, но если что... Оценку на танк делаешь? Ты имей в виду, что рум-рум, там под капотом табун, да ну. Всем привет, это моя ВАЗ-2105, БХ, и целка не раз. Хорошая машина тоже. Это из Жигули оправила меня она. Со мной воюет сатана. Сатана, это она. Тоже смешно. Салам, ахи. Сегодня я расскажу о своей ласточке. Демоне, журавлике. Под названием Шкода Октай 1450. Добро пожаловать. Então vem cá mamá, que eu sei que tu é galinha. Então vem cá mamá, 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 vem cá mamá. А, Ингель, что хочешь? Ты давай, сейчас, подожди, подожди. Хочешь о характеристиках моей ласточки узнать? Ты садись, давай сейчас поговорим. В этой машине 150 армянских качественных ишаков. Да и давай посмотрим, что у меня, что вообще, как тут. Ара-ра-ра-ра-ра. Убери. Все, Ангель, это была техническая пауза. Да и давай сейчас послушаем моего зверя. 1.4 TSI. Тоже хорошо. Тоже смешно, если честно. Давай, Ангель, газуй. Все, кайни. Ну что, чат Рафсан, давайте здесь посмотрим на сердце моего журавлика. Так, здесь присутствует один маленький хороший турбин. А, давайте послушаем этот. Сзади место тоже имеется, честно говоря. Имеется. Свои делишки, тудым-сюдым, там-сям, чикс-пикс, тудым-сюдым. Все можно сделать. А, ну бери, брат, зачем снимаешь? Ну зачем? Ну зачем снимаешь? Давай дом посмотрим наш большой багажник. Ну, вот. Тяжело выбрать.
Это был Тигран, да? Всем здорово, пацаны. Вот это тоже хорошая Нива была. Сейчас на обзоре Нива 4x4, 52. И сейчас... Что духа мы бодрые, любите... Для них я тоже отдельный конкурс сделаю. Или черного цвета, но не уберы. Замечен кузов 3 единицы на номере. Этот мотив тебя качает во... Давай так, у него лучшая Нива на конкурсе, которая была, вот это лучшая Нива на конкурсе. Вот тот типа пацанчик на Жигули, у него лучшая Жигули на конкурсе. Ну я, так, ну, приста я одному человеку кому-то дам. У Ская самый красивый, вот реально очень красивая машина, вот у пацана на Скай, очень. Вот мне она больше всего вот в глаз залетела, понял, Скай. Прям очень. Давай. Sky и вот этот Nissan, который был GT-ш. GT-ш. А, и, бля, вот это тоже красивый. Очень красиво, Раш. Ну это очень красиво, брат. Аккуратненький бункер. 35-очка. Это вырезано. Да тормози. Очень хороший. Мерс прям. Гелик, больше ничего не надо? Первое и единственное поколение. Гелик тоже бомбу, пацан, снял обзор. Что такое? Кто это? Шевроле Лачетти за 450 тысяч рублей. Этот хороший. Капотом 1... Этот именно обзор хороший сделал. 4 литра, пацан, я помню. 5 лошадиных сил. Е-ТЭК 2-16В, ебать того в рот, блядь. Господи, боже мой. Механика пятиступенчатая. Это хуетень, чтобы включить заднюю передачу. Оу май! На торпеде есть часы. Два подстаканника вот с такой регулировочной хуетой, которая не даст ему пиздануться. А сюда, по-моему, блядь, касты. Короче, смотрите, я просто хочу каждого подметить, кто 5 звезд получил, чтобы, ну, уделить внимание каждой машине. Вот я поэтому открываю. На фуре красавчик, пацан. Вот у него реально лучшая фура на конкурсе была. Обзор на обратно, который меня передвигает. Вот этот вообще легенда! Вот, собственно, ТМ-2У. Тепловоз маневровый. ТМ-2. 6 осей. 6 осей у него, Вась, на двигатель там стоит. 1200 лошадиных сил. Томаев, где ты? Каждый из них. Вообще, особо просто конкурс вот на лучший обзор. Вот просто вот видео, вот конкретное видео, которое киньте. Мне понравится, я его выберу. Из конкретных видео мне больше всего понравилось. Конкретно, если видео взять, не тачку. Видео. Если конкретное видео взять, мне понравилось с девяткой. Понравился пацан на Шкоде, как пошутил, классно. Понравилось, как пацан на фуре снял, фуру снял. Скай понравился, как тачка. И Nissan еще был, следующая, вот этот, тоже, как тачка понравилась. Вашан? Равшан? И где был? А? Вашан? Равшан? Чё ты? На тачку юмор как никак на второй план. Думаю, Нива выиграла ПО любому сбор с нуля. Равшан, ничего не понял сейчас? А Венсис говорит, да нету! КамАЗ полный бак давай. Вы что, хотите, чтобы я квартиру свою отдал, что ли? Дом свой? Мне за гелик отправь 6 банок. В Африку? Хочешь как-то в Африку отправлю тебе ящик, как-то попробую? Хочешь? Зео. Сделать? Я попробую как-нибудь отправить. Давай, спишемся, я тебе попробую отправить. Давай. Короче. Я знаю, сейчас вы будете говорить, надо было Равшан выбирать тачку. Я говорю, нет. Это потому что, это я чисто выбираю вот видеоролик. В следующий раз, когда я буду делать, я сделаю номинации много. Я сделаю лучшая Жига, лучшая Нива, если будет много Нив. Лучшая фура. Лучший корч. Да? Лучший видос, типа, в плане юмора там и так далее. Просто так сделаю все. Я хочу отдать приз пацану на девятке. Ему, во-первых, он и постарался, и красиво сделал, и обзор сделал, и пошутил, и наклейки всякие сделал. И у него девятка. Там, на Шкоде парень тоже хорошо снял, тоже хорошо шутил, честно. Но у него Шкода. Ну, тоже молодец. Я бы, если между ними стал бы, Рустику первое дал бы, Шкоде второе дал бы, Скаю третье дал бы, Фуре четвертое дал бы, Ниссану пятое дал бы, Поезду шестое дал бы.
Ниви седьмой, а типа вот так как-то, понял? Если уже прям по местам ставить. Что там у него словно? Где видос Русика? Давай я сделаю стрим, как я ему буду там что-то покупать на тачку, чинить. Просто и все. А остальные, братья, не обессудьте, я вам могу полный баки заправить, если кайф имеется, могу заправить. Там, ну, фури я не хочу заправить полный бак, братан, не обессудь, ну, пощади, братан. Хорош, все красавчики, реально, у всех очень, вообще, я писал в телеге, и вон Сэм даже, и Сэм говорил, что я в шоке, какие у вас машины. Я ну, в шоке я. Я не ожидал, что там есть пацаны, которые реально очень сильно следят за тачками, вот там, собирают их грамотно, там что-то там, все ухаживают, все кайфуют от своих машин. Рэпшан! Рэпшан! Не ожидал. Брат, как Нинива в топе, скажи, да по-братски, лучшая сборка, она тут. Брат, как Нинива в топе, скажи, да по-братски. Не, брат, очень классная машина, реально. Я ничего не говорю. Не обижайтесь на меня. Просто мой вкус это. Я так увидел. Я больше по видосу выбирал, не по машине. Мне, честно, без разницы было, какие у вас машины. Ну просто как приятный бонус для меня, что у вас красивые тачки. Крутые, красивые тачки, которые вы много денег вложили. Равшан! Равшан! Равшан, братец, ну за что ты меня скипнул? Я же на 34-ке и самый первый во втором столбце стою. Ну хоть глянь меня просто в финале еще раз. В смысле? Я тебя скипнул. Души, а то я тут на измене. Братан! Все, я понял. Мальчик, приветствую тебя душевно. Такой именно плотный, мощный. Салам, залетай. Да, это хорошее состояние. В Лябинской области, с Магнитогорска, в Апшеронск. Штаны, чат, всем общий. Вот тоже классная тачка. Вот для таких тачек, как это, нужно отдельный этот придумать. Вот как вот это, как Ешка была. Вот это, Лупоглаза. Вот для них нужно отдельно придумать. Киньте глаз по-братски, этот, умоляю, номинацию. На мою легенду, на мою... Очень красиво. Именно, бля, я считаю. 34-й. Запуск тоже сделаем. 91-й год. М52 мехи теперь уже. Стоял автомат. Вот он конкурент той Ешки по состоянию. Лучший сток. Папнул я его, пацану. По приколу свап. Во владении okay. 6 лет, но... Хорошая. Потому что она не восстанавливалась. Вот они конкуренты прям, знаешь, потягались бы. Вот еще там был Мерс, помните Мерс, Волчок, но он типа не участвовал. Рэпшан! Рэпшан! С тобой... Аус, Авенсис, как я по ней соскучился, по этой машине. Или без, я все равно дотянусь до небес. Я не герой из песен, знаю, сколько стоит этот блеск. Ау, на его сам. Разговоры по душам, к черту это все. Видимо, любовь ушла, а срок истек. Ты дома плачешь одна... Ау, какая классная машина, отвечаю, брат. Аж ты... Эшли! Ну чё, Русику подкинь монету. Брат, танку 10 из 10, брат. Чат этот. Дуги, спасибо. Вошан, рэпшан! Хватит, тормозите, а то обделяйте. Какая оценка о танке? А то других обделяйте. Тормозите, все, спасибо большое. Других обделяйте. Ну, спасибо вам большое, я Русику передам, когда вот надо будет ему написать, сказать, братан, ты попал на шоу «Поле чудес». Я ему тачку на прокачку сделаю. Нормально бы? На стриме? Ну да. Все, Русик, первое место, поздравляю. Выиграл в конкурсе. Много достойных реально еще было, кто 5 звезд получил. И Е46, и та Ешка. И вот это, ой, и Бэшка, фу, блин, как забыл, как она, как 40, я, Е34, и Фура, и Поезд, и Нива, и Шкода, вот, которые мне запомнились, и
Что там еще, блин? И Mitsubishi Galant был красивый. Вот я помню ее. Много хороших тачек реально было. Всем спасибо, кто узнал. Sky очень классный. Вот тот Nissan GT35, или как он назывался, супер был вообще. А так ставь, чтобы не расслаблялись, тоже не забывали, братья. Чего все начиналось, братья? И... Оп! И делаешь. Оп! Обожаю вас. Братья, салам алейкум, брат, не надо денег, братья, мне всего достаточно, в этой жизни все, что у меня должно быть, оно придет, родные, дело не в материальном, за то, что просто вам поднять настроение, я вас сильно, очень сильно люблю, обожаю, вы все разные и очень веселые. Какой взгретый. Он что за гигант, да? Молодец, знаешь, вот хороший парень. Главное, чтобы через 2 дня стримить не начал, после того, как я с ним стрим сделаю. А как обычно, знаешь, вот это сразу же, понял, и убегает, стримить начинает, забывает про все. Да. Хороший, да. Ну все, чё, все? Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транс, а я жесткий мужик.